Выключение. Работает, снимает. Ничего страшного. Эмиль, а у нас тут в сенцах на провода протекает. На провода протекает в сенцах. Посмотри, протекает крыша. А, Дема. Да нет, на провода. Не ори так близко. Провода изолированы. Провода-то не внутри стены. Света нету? Конец света. Град! Электричества нету. Вот так вот. Я кушаю. Украдены. Я знаю, что бьет сильно. А что электричество? Почему нет электричества? Потому что дождь. В проводах нет. А что он так приближает? Потому что такое говно. Подождите. Я знаю, здесь не видно, но тут уже потоп. Потоп. Электричество отключили до дождя. Что тебе сказал, баба? Баба, да. Электричество отключили до дождя? Да, до дождя. Закрывай окно, пол собачий. Закрывай окно, умоляю. Потом сама такое, своим планшетом. А тебе что, так трудно мне помочь? Сори за качество, не виновата. Телефон севший, но зарядку поставила, а электричества-то нету. Снять не на что. Хотела запечатлеть. У нас такого не было уже давным-давно. Предавно-предавно. Потоп и плюс еще такой град. Ну пошли окно закрывать.